За ним следует войско. Чтобы упредить вторжение Лжедмитрия, Годунов посылает своего лучшего военачальника Милославского. Это прекрасный военачальник. И под Новгород в Северском войско Милославского вступает в сражение. У Лжедмитрия 12 тысяч человек, а у Милославского 45. Лжедмитрий, он выйдет перед 45-тысячной армией, и он скажет: «Я отказываюсь сражаться с вами, ибо не хочу проливать русскую кровь. Я пришел освободить вас, а не сражаться». Некоторые бросали оружие. В этой армии Милославского элитные подразделения, которые подчинялись и давали присягу, они отказались биться. Это разгром страшенный войска Милославского. Оно бежит. Поражение под Новгород-Северским был ударом по Годунову, и это уже удар, от которого он не оправится. Дальше его режим начнет падать.